Это поселение называется Тереберка. Это Мурманская область. А это у нас Ладейная губа. Это, то есть, как бы, я не знаю, залив или как это назвать. В общем, Баренцево море. Там дальше идет. Вот такой здесь вид. Вот поселение непосредственно. Еще можно рассказать про это место. Тут снимали фильм, который вышел на, точнее, в прокат в 2014 году, назывался «Левиафан». Его снимали здесь. С 2013 по 2013 год, в 2014 он вышел в прокат и выиграл очень много номинаций на самом деле. После чего это место стало очень популярным. Очень много приезжает сюда из разных стран. Граждан, в том числе очень много из Китая, на самом деле. Тут даже вывески на китайском есть. Вот. Они, тут есть такое, получается, ну как, то есть китайцы тут загадывают желания. Они, сейчас здесь не видно будет, но когда ехали сюда, тут было очень даже видно. То есть суть какая? Тут есть дорога, когда едешь сюда, лежат большие камни. И они кладут на эти камни, на большой камень, более поменьше камень, еще меньше и, ну, совсем маленький камушек, да? Вот, суть такая, то есть они загадывают желание. Вот. И возвращается сюда, получается, через год. Вот. Если камешки все, которые они поставили, остаются на месте, в том числе и маленькие, которые сверху. Вот. А учитывая, что здесь ветра, снег, все, ну как вот это, да? Если это все остается, то получается, что мечта их сбудется. Такая вот есть тема здесь. Вот китайцы любят так делать, и некоторые люди на самом деле приняли как бы тоже это для себя и тоже так же поступают. В общем, очень интересно. Вот. В общем, это так. На самом деле тут
само вот это поселение сейчас составляет порядка 600-700 человек. Оно более было развито, ну, точнее, население было больше в 50-х-60-х годах. Вот, тут население составляло 5000 человек приблизительно, конечно. Вот, но потом, учитывая, что климат, это Арктика, учитывая все это, большинство молодежь, конечно, здесь отсюда уезжает. Вот. Потому что от города Мурманск находится в 100, примерно 20 километрах. И ну, дорога тут отчасти разбитая, поэтому ехать порядка 3 часа. Различные рыбы, там крабы камчатские, тут, или какие они, ну, в общем, суть, что крабы тут есть. Все ловится сразу, по сути дела, сразу в рестораны и готовится. Очень, на самом деле, вкусно. Цены, как сказать, московские, но здесь они свежие все, поэтому, конечно же, намного вкуснее, чем замороженное. Потом покупать в ресторанах и есть.